заберите моба. Живее всех. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь сам. Лес эти павших. Давайте в правой сторонке идем. Не защитит свет. Ничто вас не защитит. ДК какой-то большой валейте отворачивать, играйте по мелкому трэшу. Давайте слугу тяните, в полка играйте. Там дерево скажешь, когда спик сделаешь, сейчас умнем. Трэш в центре кто-то сагрил, хватайте трэш, я слугу на себя подержу. Бля, еще и большой. Вызовите там войско. Вот так, больше это слугу в центре заберите. Там законтрольте его кто-то, играйте по слуге. Играйте лучше по паукам, потом будете заливать точечно. Нахуй надо войск гоняет по домам. Там гимн хп дайте, если будет проседать лес лава дожди. Да. Она не помогает, конечно. Ну чё, так войск по дамагу отгонять, надо же на чушение не доставать. Дальше не идите резать упавших.
Давайте танка хилим, добиваем слугу, четверо скелета. Все, стоим, ждем. Там шкаф дайте, если луки тут есть. Но можно обратно в ДД? Не, пока не. Тыкайте на сумму. Пока не, надо еще ДПС набить. Вон там стоял сагрим. Так, ну давайте танки тут, хилы тут. Давайте ДК в центре трэш видите, сюда рейд за стеночкой стоим. Дайте там какие-то бафы, ЛК с кулаку пристабаф. Так, так видите, кто возле шкафа стоит на сумму. Играйте по паукам, потом будем встревать точно. Хильте паладина, хильте, это танк. Играйте по паукам, потом остальных будем добивать. Давайте левого слугу агрим. Заберите большой. Говорит, ебушки, воробушки. Играйте влево. Ебушки, воробушки. Падайте, бесите. Да. Чё, целка тоже трэш усилит? Там кто-то что-то сказал непонятно. Говорю, целка тоже трэш усилили? Да. Да, от материальности. Там валик усилили. Если валику дать, можно вайпнуться. Бейте пока без меня, отойти на минутку. Чем могу быть полезен? Как дела?
До встречи! А что, мы без кота идем? Зачем тебе кот? Это незаменимый класс. Да ну. Знаешь, как он размахом разваливает там валик? Ну, вон, варом со спикнес. Мне, кстати, кот нужен ханту. Да, ну развалите себе вместе, летят. Бань, давай я тебе после рейда отдам. А чё вы стоите? Вы чё, ну, времени много или чё? Теперь осталось почекать, у кого код рейди есть, и попросить зайти. Только не двух. Отойдите, назад, отойдите. Назад все, все назад ушли. Веди. Все за стенку встали. Два сагрили, наверное. Хильте. Хильте Дилваса и мутанта. Поставь звездочку, кого бить. Вот этого ближнего, да? Да пофиг. Любого бейте, только аккуратно. И хильте танков сильно. Кастует. Второй кастует. Я пока не могу прочитать это заклинание. Да. Наконец-то. Макгрегор сильно. И Сенсимили. Все, один остался. Сенсимили хит. Макгрегор уйди. Все нормально. Так, чётенько перехватил. Ай! Это Юва есть у кого-нибудь? Что надо? На выносливость ко мне. Так, давайте подходим, там снимаем АФК, ставьте шкаф, там досамоньте. Или там все там, не знаю, сейчас бегу. Все типа как там, кто в руках, кто на квеспе кроет, куда ЭП будет получать. Такие. А вы еще трэш бьете? Ну давай, иди, ладно. Пока будет бафаться. Все, Макгрегор, распекайся обратно в ДД. Смотрите, с выносливостью надо. Да-да-да, я камни дам. Обмен пижона дай. Сейчас, подожди, я камни возьму, только смотрит. Можно куда-нибудь сходить пока. Нет, мы не курящие. Тыкайте на сумму. Мага, да, ты что ли? Тыкайте на сумму. Смоньте меня. Я не знаю, какое платье надеть. Белое. О, смотрите, в идеале мне куплю эти ивентовские баночки на СПД. Это пижон, ты где? Я тебе что-то не вижу. Так, что там? В идеале, ну, смотрите. Принимай сумму. Да, я сейчас за баночками поехал, один из которых из-за ивента.
что там, в идеале, принимай, давайте быстрее, уже времени много, 7 часов. Ладно, без баночек. Давайте, все тут, давайте, фулбафы там, что там, пристабаф дайте, лапку дайте. Давайте, что там, пристабаф дайте, присты. Давайте, чек на пул. Так, Макгрегор тут. Есть, давайте, да. Все готовы. Заходим за линию. Сенсимилия МТ. Напуливайте, начинай. Давайте, Рост. В лужах не стойте, отходите. Пижон, резай Макгрегора. Так, давайте, сейчас вихрь будет, танки разбежались, первый гимн на ХП, слава даст, если шо по команде. Смотрим, играем в центре, играем по шипам, в лужах не стоим. Давайте, не разбегайтесь далеко от центра, в лужах не стойте. Давайте, играем по шипам. Слава, давай гимн, выходите из центра, там сейчас лужа будет. Смотрим, шипы сейчас еще раз будут. Играем по шипам. Так, следующий антихам дим на хп, если что даст. Разбивайте. Давайте, выходим с луж, смотрим, где лужи. Давайте, под жопу становимся, аккуратно, сейчас лужа пропадет. И добиваем. Так, шип где-то сзади, там РДД слейте. Все, давайте добиваем. Иди чистить трэш пока. Пояс тканевый на мэй надо кому-то. Надо кому-то грудь на за 10, надо кому-то. На грудь шапка кому-то надо бесплатно. Разглядеть источник истинной силы. Так, осколки Айоши, да? Да. Сколько там дошло? 20. Так, мутант, давай спекайся на второго танка. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Создатель, чем раньше вы осознаете собственную ущербность... Они повторяют подвиг. Вызовите трэш аккуратно, от больших отверните, вызовите трэш ДК все. И давайте сливаем это все. Хотя давай, мутант, будет лучше в АДК, Макгрегор, спекайся в АДК, на тебя первым на полем. И нормально будет. Сливайте массами, милики там, не подходите. Там, Макгрегор, можешь просто в танка шмот одеть в ДД спеки. Помыслить!
Так, кресло эти павших, идите пауков убивать, только там захильте. Заберите шамана. Что-то он так кому-то конь сличат, это... Ну не сейчас сундук, а сличат, 15 кап продам. На конь слеча 7к могу продать кому-то, если надо. Ох, и фласки дорогие, так что приходится как-то вертеться. Берите меня, пожалуйста. Плохо слышно, что? Да не, уже ничего. А сейчас нормально? Тихо очень. Нормально. Давайте, если тут мутант остаешься в ДД, Макгрегор спекайся в БДК. Два БДК слева, протопал справа. Макгрегор будет с лестницы тянуть. Первые на пулы на Макгрегора будете давать, остальные все на мутанта. А Макгрегор будешь первый ловить. Так, смотрите, что там по бафам не хватает. Лапу. Дайте пристабаф обновите, лапу дайте. Инту. Инту дайте. Давайте, рыбу, не знаю, нету, чек на пол. Дайте лапу. Что? Так, дали лапу. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Так, вышел трэш, давайте все в трэш играем. Друидов много, контрольте, варов тоже много, контрольте. Феры даем, присты, феры тоже даем, зеленки сливаем, паладины капли слейте прямо сейчас. И кто умирает от капли там или какой-то фигни, даю ГП. Кто ловит духов, даю ГП, если мы падаем. Играйте в леди, давайте, сейчас будет контроль, готовьтесь. Так, смотрим. Фрешбурда законтрольте, Фрешбурда и пижона законтрольте. Справа трэш еще. Играйте по леди, потом будем трэш добивать на следующей переходке. Играйте по леди. Давайте, трэш вышел, идем трэш биться. Да ничего, ладно, давайте смотрим контролем игроков сейчас. Контрольте всех троих. Давайте, переводим, переводите. С Макгрегора иди лови, напуливайте на него. Вышел трэш, давайте по трэшу все играем. Макгрегор лови леди. Разве это Ресса или Каласа? Покаяние, блядь. Духи аккуратно возле леди. Контрольте игроков. Менил Тора за контрольте. Так, духи сзади где-то. Не вижу где. РДД аккуратно. Так, на Синстемирию на пулы давайте. Вышел трэш, играем по трэшу. Танга Ресса и Кральчика. А нет, стоп, не Ресса, не Ресса. Играем по трэшу. Так, играем по трэшу, смотрим, контроль сейчас будет, готовьтесь. Сливайте там капли обратно. Контрольте игроков, мутанта за контрол. Всех контрольте. Так, давайте на Макгрегора напуливайте. Так, Даня, Ресса и Кильку. Вышел трэш, играйте по трэшу все.
Все в трэш играйте. Духов не хлопайте. Так, давайте в трэш играем все. Так, убили, играем по леди. Смотрим, контроль, готовьтесь. Контрольте игроков. Мутанта законтрольте, Танура законтрольте, Саву законтрольте. Давайте, живем. Так, давайте нас на Семилию на пул, духи вышли аккуратно. Давайте, добивайте леди, духов не, трэш не трогайте. Так, духи где-то возле леди, аккуратно, дух возле леди. Все там, кто там, дотанчивай, играйте в леди, добивайте. Резайте павших, контрольте игроков. Резайте. Это я тебя пока перебью, там два БДК, не спекайтесь пока что в ДД, и я отойду буквально на минуту. БДК вот оставлю. Трольте. Я бы нов взял. Трольте нов. Это ж попал амбиз, да? Напомните, пока я гене давай кил. Нов, еще кто-то рулит нов. Так, Макгрегор. Надо кому-то грудь кожаная и... Так, Рога тебе отдам. Ладно, там если шо будет у Сенсимили шмот, ему если шо. Так, давайте, боя вроде нету, идем на корабль. Так, Деревас где-то в каше, тогда Макгрегор будешь на тот корабль летать, Сенсимирия будешь на нашем корабле. Берите оба ранца, сейчас запущу сразу. Хорошо, подожди, сейчас я на коннике доскочу. Так, берите ранца, запустил. Вот Сенсимири, одень тоже на всякий случай ранец. Левая пушка свободна. Займите пушку кто-то. Там улетели? Да, она сейчас портанет. Иди. Я пока не могу прочитать это заклинание.
ответили перед Солфангом! Давайте покатаешь на нашем корабле, потом будем летать. Отойду на корабле минутку, там пока без меня побейте. Макгрегор, ты чё улетел? Какой там улетел? Я не понял, там кто-то. Никто не умер, надеюсь? Тут 4 знаешь, человека бьют там, так. Да, с ним убили. Сенсимилия, лети туда к нему. Там танк упал. Это пижон, подними там БДК. Валяется на дверном корабле. Да хоть меня захиливает, ёп. Сейчас. Знаете почему? Вайп. Потому что вы, сука, не летаете бить мага, блядь. Стоит двое. Здесь бить. 5 человек било, только 5 человек. Вот это все ДД должны брать. Это ранцы, милики, там, ретники. Почему вы это не делаете? Сейчас дамаг у мага, блядь. Я не знаю, блядь. Ваня. Да он это шо? Сука. Вы вечно на кого-то надеетесь, блядь. На сурке сейчас еще не бейте, трэш. Давайте буду я бить там, и Ваня будет бить, и нормально, посмотрим. Там мутант вообще полный сбивает. Почему вы делаете, ребята, ваше время, блядь, или вам похуй на остальных? Пехота, сержанты, бой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Васап, ты живой еще? Нет. Капец, а чё вы сдохли? А вот, ну, не знаю, задаем вопрос. Чё вы сдохли? 5 человек било мага, перелетало. Так, кто там бил, покажите, а мне должен показываться. Ну, линканёром по магу. Я в пушке был, вылез потом уже, когда упали там. Так, Рахирим в пушке был, в пушке не был. Да чё Рахирим, ему похер на это. Он с пула умер. Думаю, не будет он. Так, кто там дальше? Фрешболт в пушке был? В пушке не был. Так, Айоша в пушке так, бил. Лень, смотрим. Так, лень не был. Так, хорошо, лень в пушке был. Так, я Фокашева, Леголас. В пушке был? Добрый вечер, Фокашева. Да, Леголас был. Привет. Так, смотрим дальше. Ты Ваня Релиш? Да. Так, нет. Макгрегор, мутант бил. Даня в пушке был? Да. Так, Слава. Да, так, значит, 4 пушки уже занято, и начнем.
Что, говорят, РС, да, сломали? Понятно. Да нет. Андрей, ну, есть Фури Вар? У меня бичок. Понятно. А что такое? Надо ворваться срочно. Да не, я МКО ворвусь, там 6 тысяч, говно. Чмо. Ладно, я шучу. На алхимика все ворвался. Куда я тут могу ворваться? Либо умру, либо повисну, да и все. Так, вроде всем накинул. Давайте берем ранцы, ждем, пока все зайдут. Вольт со школы пришел, еще ранец не снимал, ему не нужно одевать. Так, Дима, ты тут жарил? Так, дайте ранцы, начинаю, запускаю. Дайте бафы, каски дайте. Дайте там какие-то бафы минимальные. Занимайте пушки, грейте. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Дайте приста баф присты. Там просто нормально вас перед сурком разбафает, если что. Пока так. А у всех урон в ЦЛК там 184% у фуриков. Ты пропал, если чё. А, ты слышишь, нихуя ты, Саня? Ты хотел на сурке подамажить и отвалиться, блядь, как ты обычно делаешь, да? Играйте пока нашего лагеря тоже бейте. Раскрыл. Доброе утро, прицел, доброе утро. Здорово. Раскрыл негодяя. Так, давайте смотрим, сейчас маг будет выходить. Играйте пока. Так, маг вышел, давайте полетели. Так, давайте, доты добьют, перелетаем обратно. Ну, если что, я врекаю адептов, если что, пишите. Подожди, там, может, на интернет что-то тю-тю, может, на сурка забьешь кем-то, ну, сурка. Так, играйте пока на нашем корабле, трэш бейте. Так, смотрим, сейчас маг будет выходить. Играй, так, маг вышел, пошлите бить трэш. Все, перелетаем. Играйте на нашем корабле, трэш добивайте, там, наверное, еще один маг будет. Сержантов бейте. Единственная просьба, не кипите, пожалуйста, во время боя. Так, давайте, бейте пока на нашем корабле, сейчас там маг выйдет. Давайте, вышел маг. Последнего мага пошли бить. Возле Мурадина там не бегайте. Все, там доты добьют, перелетаем. Все, пушки можете добивать. Огонь!
Ну тогда спектца Макгрегориану. Макгрегориану, да. Да, спектца, да. Что там прицел тут еще? Да, да. Цель не знаю, в принципе, кем хочешь заходи. К шибашникам. Сейчас быстро добью этих чампов. Ну, у тебя давай, танк там есть? Прицел, слышь. Аптекарь, чё? У тебя танк есть? Так, надо кому-то счёты на мейн? No. Так, ну, no, за 10, да, я тебе дам. Так, наручи рольте на мейн спек. На оф по ролю, Вань. Да, рольте на оф. Ваня. Так, если я отойду, то если что, запускай. Я подойду. Поставьте шкаф. Там смоните, поставьте шкаф. Так, надо кому-то топор на мейн спек. На ух спек. Рвать не надо? Ну, плюс вайта. Там кроме роги никому вообще больше не идет. Там скорость 1.5. Ты на кого, Ваня? Я на кильке. Молчайте, пацаны. Я слышал там, знаешь, спортсмены, ты на чем? Я там на этом, на креатине. Тут Ваня спрашиваешь, он этот, я на кильке. 2 плюс. Так, пикните на сумму. А есть у кого-то две баночки дикой магии, я отдам. А, все. Так, ладно, давайте все тут, чек на пол, выпущу пока сука. Бафайте пристатом. Дайте там бафы какие-то. Давайте, становимся рожу, набирать между собой там. Войско звать надо будет, скажу, если надо будет. Если падаем, там смотрю по трэшу, кто не бил, даю хп. Я могу не бить трэш, да? Ну да. Там Ракшас, подходи. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец! У тебя нет шансов! Я сильнее и могущественнее, чем... Блин, а у меня тут аддонов нету. Станьте в режиме между собой, наберите РДшники, чтобы мне так было меньше. Там чем больше ренжа, тем меньше мне так будет. Я бы не позволил чернокнижникам забрать... 20 ренжа, такой 0 меток, безопасности, да? В городах... Не, ну, 0 меток. Враги меньше, меток меньше. Я обещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик! Вы что, герой? Дайте на чёрт, пожалуйста. Хотите узнать, сколь могущественно плен? Дайте магабаф, мать. Так, давайте 5 секунд трэш, готовьте сливать. Давайте, убираемся по трэшу. Так, давайте 5 секунд трэш, готовьтесь сливать.
Давайте, играем по трэшу. Давайте 3 секунды трэш, надо трэш сливать, а то не успеем. Играйте по трэшу. Я войско выживаю. Да играйте по трэшу все равно. Все, добивайте. Земля 326, даже вообще нормально. Иди там открывайте, стол. О, слышишь, дай мне, пожалуйста, один токен. Ой, сладко кому-то за 10. Бесплатно отдам, там побегайте, может, хилом кто-то. Какая раз у меня сайт будет. Тебя, как подобает. Так, проходите ролики героические. Надо кому-то. Помните о чести героев. Какой бы же... Так, кому там обычно называть защитник, присоедините. От нее. Идемте сразу на Синуру, может там Тарику пойдет, кому-то надо. На кровь заходим. Да не, давайте на Синуру. Сейчас Валькир. Сейчас так, Валькир сольем. Пластик падает. Там Тарик, ну, профитник. Да нет. Идите назад, не стойте тут. Иди к порталу. Ушли отсюда. Играем по Валькире. Давайте. Печеньку доигрываем. Играйте в печеньку все. Так, давайте следующую печеньку. Играйте точно, без масок. Ну ты там, дисхэль, Вальку дисхэль. Всё, скиньте этот рекаунт, пожалуйста, в личку. Отведите там трэш, на ком трэш, отведите его от Вальки на хилиться. Добивайте быстрее Вальку, он там хилится сильно уже. Славик, скинь с рука рекаунт. Сейчас, добивайте Вальку. 200 тысяч. Кто умер, давайте бежим. О, 400. Ой, диспель. Тыкай кнопку рассеивания магии. Потому что кому-то хочет говорит отойти, а ШП стоит. Бля, не могу к вам. Рубайком? Там падайте. Наверх, наверх не портуйтесь, а возле портала ждите снизу. Валькиру убили или нет? Так, стоим тут, сейчас будем бафаться, там будет трэша много. Стоим возле портала, бегите, реса не будет. Мне надоело вам на хуйне падать. Да я хуй знает, блядь, люди не понимают, блядь. РЛ говорит, отбегите, блядь, оттуда. Он стоит, со ступенек спустился, стоит и кастует осушение. Какое-то шипы это было. Ну так посмотри, кто кастовал осушение, в чем проблема. Я могу посмотреть. Так там все кастовали. А всем тогда, блядь, ГП надо. Заебали, падать. А кто там все-то там? У вас три приставки. Прицел умер, Войд. Войд, прицел как бы на поганящих умирать. И там только остается.
Да, потому что, блин, раньше одно поганище агрилось, и нормально. А сейчас два, я не успел его ковы надо было кинуть, я бы его задамажил. Брыло. Так, давайте, стоим тут пока, дайте бафы. Бафайте. О, кто-то портанулся, стол. И Войт, враг. Берите слово. Да. Чумку потом пойдем? Не, на лед. Не портуйтесь вы там, он нападает. Вон ДК бьет сейчас. Эй, ты хера вы портуетесь, вы что, тупые? Не тот портал просто. Да стоим просто тут, бегите давайте. Двух валик убили или одна? Да, две. Один хер портуется, вот ДК портуется сейчас. Проще было пробежать, где мы пробежали, и все. Проще было поставить тут, подождать, как я с командой, и потом портоваться. Там уже бой вешается, нельзя в бои портануть. Или это когда валик? Да не надо, на разведку туда, там дохуя их. Может, сурку портануть? Да нет, сейчас ДК подождем, потом портанемся и войск дадим, и зальем это все. Да, войско на КД, Вань, 5 минут. Так там 3 ДК. Так тогда к сурку надо и через ловушку. Да, блять, ну вы что, тупые или меня не слышно? Слышно, слышно, Ваня. Я готов. Сансимилия, проходи. Дайте бафы на ДК, на печеньку, дайте бафы. Антихтан тоже готов, мы их окружили. Так, каску по нему дайте. Он уже в бою, он снова дерется уже. Так, давай, портуемся, нажимаем портал, портуемся, ждем пока танки заарят. Давайте войско, там кто может, давайте войско. Да их тут не так уж и много. Давайте. Да, давайте войско сливаем. Войско дайте. Идите дальше, возле портала стойте и сливайте просто. Славик, ты чё, дурак? А ты видел? Да нормально. Блять, просто сколько почти там слили. Надо эти боку там по этим ёбаным совам. Не знаю, по локу еще можете дать. Ебаный. Ну давайте, вставать, стали к сурку, протуемся, не можем так, значит к сурку пошли. Скажем спасибо пристам, там стрелка оставалось сушение. Теперь будем как. Короче, бежим. К сурку и портуемся и там ждем. А это бесполезно вообще, они отхиливаются моментально. Там баф ебанут. Пачку одну забрать, ну типа туда. Там сияющая аура, только 6 штук на одном. Ну да. Блядь, сразу. Там же вроде не убивается, сейчас резко сказали. Таму спасибо, скажите все. Дружно. Кому сказать спасибо? За резку антихаму? Я не поняла, а чё спасибо-то? Чё, я не собака или что? Да. О, Кралька, это ты? Я вот помню этого пристава, был в гильдии, знаешь, какой вот этот антихам? С альянса, как гильдия называлась? Мукама называла. Во-во-во. И как-то я его добрал к себе в РС-ку 25 норм, мне понравилось, как он дамаживает. Чётко. А, или Пуга мне 25 геру попал, Пуга рейд, он там там хорошо дамажил. Как только узнал, что это девушка. Я не знал, что это Кралька, там, по-моему, пацанчик какой-то сидел. Что я с ним общался только. Портуйтесь к сургу, идите через дверь. Осторожно, ебало, не заморозь. Но люди портуются в этот. Второй портал снизу, если что, кто не знает. Да я промазал. Да, бывает. Так, а вот одни справа. Ой, блять. Все правильно, молодцы. Смотри, одни справа, одни слева стоят. Вон, смотри, два дурачка, можно их слить. Мать, издалека просто. Играйте по этим двоим. Так по два тела убьет. Мы уже на два убили. Да, дайте на полы подели вас сейчас, то их много тут загрелось.
Ладно, давайте, чистите трэш, там я отойду быстро, минутку там Слава, если что, скажи им, кого бить. Всем ВП. Всем ВП, да. Тут еще мобы. Надо как. Давайте попробуем освещение кастовать. Ну что, вы с другой стороны обошли, да? Да, дошли с огня. Золотой дождь идет. Павелик, это правда, что злой тебе золотой дождь делал? Вон еще три моба. Не против, да, Слайк, если я с РК выйду? Да, конечно. Там, так что, если что, гимн, не просите, я как этот, буду давать его, как считай, нужно. Как топ, да? Как топ. То есть, ну, последний, если что, если просите, то у меня последний. Сначала топьемся хотя бы. Зачем, конечно. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Скажешь, что на ману гимна. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Давайте левую убьемся. Так, давайте. РДД звездочки, милики печи. Милики печеньку, РДД звездочку. Давайте, сейчас будет ретаргет. Надо будет миликам отбежать. Давайте, смена. Давайте потом стрэш будем тогда добивать. Добивайте печеньку. Все, давайте так же самое. РДД звездочку, умилики печеньку. Играйте все в печеньку. Тут трэш не надо вам пока. Давайте звездочку добили, печеньки играйте, потом будем массами сливать. Все, играем массами. Ты, Ваня, в смысле на синдром будешь кем-то заходить? Не, просто может Алик кому-то надо. Давайте, два танка вперед. РДД бейте массами, мелики стоят снизу. Давайте, сливайте массами. Может там ДК какой-то по одному вытаскивать. Давайте вот одного вытащили, мелики врываемся.
подожди, здесь вот лоб стоит. Сейчас я поближе. Ну и стой, бля. Зачем ты его за мной водишь? Да, он ДПС разгоняет тебя только. Так, что там? Ну, давайте, врываемся. Там два удара и хана. Бесите там розету, у кого боя нету. Ну, давайте, бурсты на Валькирии. Там не понадобится на боссе. Так, добиваем командиров, наверх не идем, а то можете бой забагать. Да благословит вас свет. Так, давайте, Слава в хила, там, Айоши в хила, Фрешбут вроде хила нету, Резница Тем в хила, Танера хилу. Ну и хватит, я думаю. Так, тогда на рейде Слава и Розетта, острее всех в порталах летайте. Там метка Танеру поставил, печеньку за печенькой. Что, и пижоны летать, что ли? Да, тоже летай. Может, не надо. Там похиль валику полетай. Дайте рыбу. Так, давайте суд, можете фулбаф дать. Кушайте рыбу. Давайте чек на пул. Сейчас поедет. Так, Кайоши, что не хватает? Да я могу. Ну, там 8% готовы все, давай танки начинайте. 90% хватит. Там, когда у толстого будет мало хп, АОЕ под него давайте, чтобы челяки сливались. Так, большой вышел, смотрим, сейчас подавление где-то будет. А, прицел по команде им на хп дашь, когда они выйдут с портала. Он не воркает. Так, ладно, тогда антихам дашь. Давай, Гим.
Справа залейте, снизу подавление. Так, смотрим, подавление где-то вышло. Давайте АВЕ по толстого. Давайте еще одни порталы будем раздавать. О, сервер через 9 минут, нормально. Герои, еще немного. Так, ладно. Пойдем за портал, откроем и пойдем АФКшить. Смотри, хорн не зайдет. Любимое слово твое, да? Так, давайте, вышли, давайте, рот, слава, давай духа, давай гимна хп. Дохиривайте. Паладины, кидайте там руки. Так, смотрим, подавление где-то вышло, играйте в подавление. Давайте, добили, играйте АОЕ по толстому, давайте. Все, молодцы, резать Макгрегора. Че это говоришь? Че это такое? Все это видели? Да. Это баг. Что такое? Ну ты видишь центр там? Че, я сундука не вижу. Ну так и видишь табличку. Ну, табличку вижу, так и сундук кто-то видит? Нет, не будет. Хорошо, Таня, рис. Пошли вниз. А ну подожди. Не, его не будет, это походу Вальки нету. Не, пошли вниз. Ну идите вниз, я сейчас релогинс пошу, увижу. Объясните, Макгрегор где-то валяется. Надо ивент убить и посмотреть. Портал хотя бы открыть. Ну, сундука нет. Идем вниз. Да, там все в ДД спекайтесь, кроме Славы. Слава, в хиле побольше. Может там как раз обнову применим, да? Какую? Ну, в ХРС. Ну, как что-то сломают. Это поднимите меня, пожалуйста, валяюсь вон. Джон, подними меня, я сзади. Только быстрее, пока меня наверх не закинуло. Пошел, чайку, короче. Да подними, куда ты, блядь, стопнул? Да суманем, давай. Сумейте там Сенсимири, он долго будет бежать. Я суманить. Так. Леголас где-то там, такие на сумму. Чё, трэш убьём, а покажешь, пойдём? Да. Друг, залей ману, пожалуйста, попало. Слышь, пижон, залей ману. Кашки протяните дали. Ты вот без маны. Спасибо. Ну да ладно, давайте, деньги тут трэш быстрее сольем, только драконов не агрите. Дайте войско все-таки.
Можно и еру дать. Так, кстати, дайте еру. А там когда? Но я упал. Небо не помешало. Дайте еру, может, кто-то упал, может, кому-то надо будет. Может, сейчас как раз дисконт, когда будет, сундук появится. Ну, я сбегаю быстро, может, будет там себе заберу. Так, давайте быстрее добивайте, тут 3 минуты осталось. А тут, Алик, много кому нужен или не? Тут, думаю, будем. Ну, кроме васаба хотя бы, пусть они. Что-то смотри, нет никого, прикинь, Вань. Не, ну я, по идее, пояс уже забрал. Да тебе не пофиг, ну видишь, не плюс. Не, ну шмотка у меня есть, если кому-то надо будет, он в приоритете будет, даже если ниже меня. Боже, просто сейчас не плюсанули, потом плюсанули половину, может, что покажет. Давайте быстрее сливайте. Да хотя хрен знает, вроде все фуловые почти. А чё, Джерин, кстати, ушел? Я его не видел. Его интернет что-то отвалился. Да и умер. Таша, не идите, может тебе ФК-шить 3 рестарта, там 2 минуты. Давай дракона, может успеем одного убить. Пейте дракона. Успеете, там потом уже убьете. Идите сюда уже все, быстрее. Дайте рост. Не, нету сундука. Да сейчас подожди. Перезагрузка будет, может появится. Ты там убили дракона? Ну что почти. Стрелял еще. Убивайте и выходите с мира. Пиздец, дракона не успели, походу, убить. Нет, нужно успеть. Обалдеть, все-таки убили. Так пускать будет, скажете, ВРК.